Всем привет, с вами Зонг. Это операция Капкан, фаза 2. Настало время утопить Виллианский авианосец. Флот противника запят в фьорде, но его уничтожение затруднено наличием на крейсере зенитно-ракетного комплекса. Штурмовики не могут подойти. Операция начнется отвлекающим маневром звена перехватчиков. Полетное задание. Уничтожить прицельным огнем ракетную установку и радар. После чего отойти, дождавшись штурмовые группы, прикрыть их от атак истребителей. Операция закончится после уничтожения вражеского флота. Все. Работу закончили, уходим от греха на базу. Чё это ты закончил? Выходим на исходные, начинаем работу. Всем машинам вход с трубой. Да все они уже. Считай, без зубов. Так, понятно.
Штурмовики не смогли. Зачем вообще нужны штурмовики? Ну, это вопросы к искусственному интеллекту, который не дотягивает до мастерства скриптописания. Атакую! Если мне сегодня захочется еще раз открыть свой рот, то только за тем, чтобы поздравить вас с Шивапаей. Не оставить противнику ни единого шанса, раскатать по молекулам его ЗРК вместе с этими долбанным радаром. От вражеского флота остались одни кочерышки. Это слишком. Вы совершенно лишены чувства сострадания к поверженным, за что я вас и люблю, балбесы. Всем желающим готовить грудь для наград. Кстати, некоторым вместо наград я снимаю ранее не наложенные взыскания. Это касается звена Фокстрот. Я в прошлый раз не наказал их за эти идиотские выкрутасы в воздухе, так что объявляем им всем одно не наказание. Канцелярия, распорядите, чтобы документы о награждении тех, кого я только что назвал, были готовы как гуси по осени. Да, и еще вот что. Запрещаю на территории жевать жевательную резинку. Замеченный в жевании будет вооружен инструментом для очистки всего летного поля. На этой мажорной ноте на сегодня все. Всем пока.